Надзорное ведомство настаивает на освобождении и передаче территории пляжа Управлению инженерной защиты территории и развития побережья городского совета. Уточню, что в удовлетворении этих требований надзорному ведомству отказали уже суды первых двух инстанций, а также Одесский апелляционный хозяйственный суд. Судьи не нашли в материалах дела доказательств нарушения арендатором законодательства и условий договора, застройки пляжа и взимания платы за вход.